Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Нет ли здесь каких-нибудь подсказок? Нио там, за ними, но выглядит по-другому. Он что-то держит. Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Может, части можно двигать? Но чего-то не хватает. Я их уже видела. Вот так. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыха? Что там? Извините, сэр, вам нельзя. Плохо. Где эта статуя? Там, вон там. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Да, хорошо, конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись.
Соберись, Пит. Барабаньки. Потихонечку. Ну вот и все. Нет, пустите! МДжей! Стой! Нет. Прячься! Брать заложников нехорошо, ребята! Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками! С духами как-то дрался, но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки — духи, но не все духи — призраки, понимаете? Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Разминочка. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж... Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы Расскажите, видели. Расскажите, вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. У Мика? Что, 6 месяцев не было? С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия, но я рад, что он еще готовит фри. Точно, лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? В общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что в Оскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно, но
что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например, деньги или ключи, или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Привет, это я! Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шуль снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не исправился. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. Я тоже... что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Всем постам, произошла авария. Окажите помощь пострадавшим. Всем машинам у Файрхауса, у нас вызов. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, кто вершит великие дела, не дают таким судам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, Дон. Пока. Герман! Серьезно? Сдавайся, ты меня не поймаешь! Ты это уже говорил! Я тебе не враг, но ты меня притормозишь! Какой ты чуткий! Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Болтать. Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Ну уж, и Герман, хотя бы говори со мной, так будет интересно. Точно. Поговорим. Я сказал, хватит болтать. Понял. Герман! А зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай! Я все сказал! Быстрей, быстрей!
Герман, как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Позже, позже. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Кажется, у меня появилось свободное время. Может, заняться той маской поподробнее? О, это Эмджей. Привет, Эмджей. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история, и я намерена ее раскопать. Ну, да. Так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно. Значит, мы снова общаемся. Классно. Классно.